хотел бы, чтобы мы вместе поразмышляли, открыв места из Писания, о втором пришествии Иисуса Христа. Я знаю, что интернет наполнен этой информацией, то есть много людей, верующих, неверующих, говорят об этой теме, может, где-то даже спекулируют, где-то, может, даже используют какие-то библейские термины. Есть на сердце желание поделиться, поразмышлять, какие признаки мы видим, что особенного в нашем времени, последнем, которое мы видим, и как нам готовиться, и что нам ожидать в будущем. Прежде всего, хотелось бы заметить, что никогда еще на Земле не жило столько населения, столько людей на Земле. По прогнозам, на 2050 год будет 9 миллиардов людей на Земле. Это самая высокая численность, которой не было раньше на Земле никогда. Сейчас, в 2011 году, официально зарегистрировали 7 миллиардов человек на Земле. Вы только подумайте над этой цифрой. 7 миллиардов людей. В 2050-м будет 9 миллиардов, если, конечно, не будет стихийных бедствий больших или каких-то техногенных катастроф или же войн мировых, то численность населения прирост, несмотря на то, что войны локальные и болезни неизлечимые и разные несчастные случаи, все равно прирост населения по всему миру растет. И вот такая статистика, то есть очень много людей на Земле. Такого не было, это особенность нашего времени, вот сейчас, в котором мы живем, очень много людей на Земле. Второе, это средства массовой информации. Ни для кого не секрет, да, что мы живем в такое время, когда средства массовой информации расширяются, и все больше и больше становится возможность у людей, даже в селах, даже в школах. Даже в каких-то захолустьях проникает интернет, телевидение, интернет, радио. Да, это особенности вот последнего времени, последних десятилетий нашего времени. То есть мы видим, как средства массовой информации расширяются. Это телевидение, интернет, радио, да, как я и сказал. Скайп, например, да, через интернет. Если раньше в начале 90-х, да, появились там компьютеры в офисах, да, начали проникать первые компьютеры. Интернет, я помню, у нашего знакомого где-то в 96-м или 95-м был первый интернет через телефонную связь. И потом у нас происходил этот скачок, да, все подключались к телефонам через модемы, и все пользовались интернетом, могли входить, по крайней мере, проверять почту, делать себе почту, почтовые ящики интернетовские. Вот. И потом прошло время, и провайдеры интернетов стало очень много, и скоростные интернеты, и сейчас мы видим, как, в общем-то, интернет это сейчас ни для кого не закрыто, то есть каждый может иметь такой доступ, и все больше и больше людей могут иметь доступ к средствам коммуникации, к телевидению, то есть все, что происходит, то есть люди все находятся в телевидении или же в интернете. И вся информация, которая приходит, люди или верят, или оспаривают, но в основном люди верят, да, доверяют тому, что, чему пишут средства массовой информации. То есть это вторая особенность нашего времени, это средства массовой информации, телекоммуникации. Я не знаю, как это происходит, что я недавно думал о том, что, например, даже в лесу ты можешь связаться по телефону, да, через Skype и включить прямую трансляцию, да, и кто-то в Америке может тебя из родственников видеть, что вы в лесу делаете шашлык онлайн. Представляете, до чего дошли средства массовой коммуникации, как мы, в каком мире мы сейчас живем. Вот. С одной стороны интересным, с другой стороны непредсказуемым. Да? Это особенность нашего времени. Например, теперь, когда мы видим, что у нас есть телевидение и интернет, для нас неудивительно, да, когда мы читаем в Откровении
и дивилась вся земля, следя за зверем, да, дивилась вся земля, как раньше может дивиться вся земля, да. Нет, это было только локально, где-то что-то происходило, но чтобы глобально по всей земле дивилась вся земля, следя за зверем, то есть это было раньше невозможно. Или как мы читаем, например, о двух маслинах, тоже в Откровении и в пророках, да, о том, что люди, все люди на земле видят эти события. Я бы хотел, чтобы мы зачитали немножко, поразмышляли вот этот момент. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена. Но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана была ему власть действовать 42 месяца. Эту дату запомните, потому что она часто встречается в Писании. 42 месяца – это 3,5 года или 1260 дней. Итак, «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. Дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем». То есть над всей землей. «И поклонятся ему все». Все живущие на земле. Сколько мы посчитали? Сейчас 7 миллиардов, а еще пройдет 20-30 лет и будет 9 миллиардов. Представляете, какая-то сумма, какое-то число людей. Поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Имя твое должно быть вписано в книге жизни. Вписано оно в этой книге или не вписано, вопрос. Вопрос не стоит, ходишь ты в церковь или не ходишь ты в церковь. Да? Делаешь ты добрые дела или не делаешь ты добрые дела. Написано, имя твое записано в книге жизни у Агнца или нет. И дальше, кто имеет ухо слышать, да слышит. Интересный дальше момент, 10 стих. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. То есть, что посеешь, то и пожнешь. Ты берешь людей в плен, и ты сам попадешь в плен. Если ты кого-то убиваешь, ты сам будешь убит. И дальше, точка. Здесь терпение и вера святых. Святые, верующие в Иисуса Христа, они терпят и они верят. Вот удел людей верующих. Они не участвуют в этом всем безумии, которое происходит в этом мире и которое разворачивается. Сейчас мы можем видеть эту картину. По всему миру разворачиваются непонятные вещи. Все больше и больше становится восстаний, войн, терроризма. Вот такого, понимаете? Людей убивают, невинных людей, детей. И это страшно. Дальше. И о двух маслинах давайте прочитаем. «Мне дали трость, похожую на землемерный шест, и сказали, встань и измерь храм Бога и жертвенник, и сочти число тех, кто поклоняется в храме. Но исключи внешний двор храма, не измеряй его, потому что он отдан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца». Опять же, 42 месяца или 3,5 года, или 1260 дней. «Я дам двух своих свидетелей», это Бог говорит, «одетые в рубище, они будут пророчествовать 1260 дней». То же самое, да? «Эти пророки – это две маслины, два светильника, стоящие пред Господом земли. Если кто хочет им повредить, огонь исходит у них из уст и пожирает врагов. И тому, кто захочет им повредить, суждено так погибнуть. У них власть запереть небо, чтобы не шел дождь во все дни их пророческого служения. У них власть превращать воду в кровь и поражать землю любой напастью, какой пожелают. И когда закончится время их свидетельства, зверь, выходящий из бездны, вступит с ними в войну, победит и убьет их. Их трупы будут лежать на площади великого города, который иносказательно зовется Содомом и Египтом, где и был распят их Господь». Видите?
Израиль сейчас называется, в глазах Господа, это Содом и Египет. То есть это мирское государство, по сути дела, ничего не имеющее общего с Богом. Содом и Египет – это развращенное мирское государство, где и был распят их Господь. Люди из всех народов, племен, наречий и родов смотрят 3,5 дня на их трупы и не позволяют похоронить их. Вот, люди все смотрят, видишь, всех племен и наречий, народов, они смотрят 3,5 дня. То есть они смотрят, как они могут смотреть? Сейчас средства массовой коммуникации, смотри онлайн, в любую точку. Можешь сидеть здесь и смотреть онлайн, что происходит в Израиле, там, или в Крыму, или там еще в какой-то точке планеты, вы понимаете? То есть это все то, что сбывается, то, что и происходит в нашем времени сейчас. И дальше. Жители земли радуются, устраивают праздники, дарят друг другу подарки. Видите? Всей земли, все радуются на земле. Потому что два этих пророка мучили жителей земли. А как они их мучили? Они пророчествовали. Они проповедовали правду, истину, Слово Божие. Они предупреждали, вероятно, как это будет, я не знаю. Но, вероятно, они предостерегали людей, говорили о покаянии, говорили о спасении во Христе. И людям это не нравилось. И никто не мог им ничего сделать, только зверь сразился с ними и убил их. Видите, когда это случилось, жители земли радуются, все друг другу подарки дарят. Какое чудо, какая радость, два пророка наконец-то перестали нас мучить, перестали проповедовать Слово Божие. Видите, для людей мира сего Слово Божие и весть о Христе – это безумие. Это безумие. Но через 3,5 дня дух жизни от Бога вошел в них, они стали на ноги, и на тех, кто на них смотрел, напал великий страх. Пророки услышали громкий голос с неба, говоривший им: «Поднимитесь сюда». И на глазах у врагов они поднялись в небо на облаке. И в тот час произошло сильное землетрясение, 10-я часть города обрушилась, 7000 человек погибли от землетрясения, а остальные испугались и воздали славу Богу Небесному. Вот так. Дальше. Никогда мы еще не видели учащенных случаев стихийных бедствий. Посмотрите, что происходит по всей земле. Кто-то скажет: ну это всегда было, землетрясения всегда были, там какие-то катастрофы были. Да, они были, но в таком размахе и в такой учащенности, как сейчас, еще такого не было. То есть мы видим, что времена конца времени приближаются. В конце времени будет подобно, как женщина рождает, вот как Иисус говорит, женщина, когда она беременна, она терпит скорбь, да? Но когда родится ребеночек, она в радости, уже не помнит той скорби, которая у нее была. Так же самое здесь. Весь мир, он своего рода готовится к концу. То есть весь мир, это своего рода как великое, подходит все к великой скорби, которая будет на этой земле. Подобно как женщина терпит мучения перед родами и боли. Так же самое вся земля и живущие на ней будут чувствовать, кто, конечно же, доживет до этого времени. Вот эту вот скорбь, обремененность, великую скорбь, которая грядет на всю вселенную. Там написано, что как сеть найдет на всех живущих на земле. И никто не может избежать этого. Это коснется всех, и верующих, и неверующих. Поэтому готовиться нам нужно, особенно верующим людям нужно готовиться к этим событиям, потому что верующие написано, что будут гонимы и преследуемы. И мало того, зверь, он, который сразится с верующими, он будет побеждать. Там написано, и дано было ему вести войну со святыми и победить их. Зверю этому. Это может быть и антихрист, это может быть и правительство, и мировая держава, которая будет управлять всем миром. Стихийные бедствия. Видите, все подходит к концу. Также мы видим еще одно интересное момент, это как что мир сплочается. Если раньше, например, во времена СССР, даже когда мы жили в 80-е годы, это была мировая держава, да, такая большая. И, например, о том, чтобы поехать там в Америку или в Европу, а в Израиль, тем более, это было невозможно. Только в последнее время открылись границы. И сейчас для украинцев, например, нету
запретов на то, чтобы поехать в Израиль, не нужны визы. Представляете? Если раньше нужно было ходить в посольство, просить, дайте визу, то сейчас всего этого нет. Что мы видим? Какую тенденцию? Мы видим тенденцию, то, что размываются границы экономики, политики, религии, территории, вы понимаете? То есть все становится одно. Все становится одно и все идет к одному. К сплочению мира, полному сплочению мира, и потом придет конец. Когда весь мир сплотится, придет Антихрист, человек греха, он сделает мир на какое-то время, а потом будут времена страшных гонений и убийств, насилия и тирании, реально тирании. Все люди будут страдать. Поэтому это страшное время, оно очень скоро придет на всю землю. Поэтому нам сейчас, пока еще где-то более-менее мир на земле, то нам нужно сейчас готовиться, укреплять наши взаимоотношения с Господом, потому что мы не знаем, что завтра будет. Мы не знаем. Поэтому нам нужно готовиться, нам нужно бодрствовать и молиться. Давайте же прочитаем основное место из Писания, откроем Евангелие от Матфея, 24 главу, с 1 по 51 стих, прочитаем и обсудим. «И, выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». То, что Иисус говорит правду, и то, что Иисус о себе сказал, что Он есть путь, истина и жизнь, сомнений никаких уже нет. Он не обманет, Он не солжет, Он не скажет слово на ветер. Если Он сказал, что так будет, значит так будет. Действительно, в 70-м году храм был разрушен. Пришли войска. И недаром Иисус сказал, что не останется здесь камня на камне. До основания все разобрали. Весь храм. Видите? То есть все исполнилось. И дальше все исполняется четко, как Иисус говорил. И так оно и будет. И альтернативы никакой не будет. Думают, а это будет вот так, а это будет вот так. Нет, это будет так, как сказал Иисус. Иисус говорит: истинно говорю вам. Иисус говорит: я есть путь, истина и жизнь. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Поэтому то, что Он говорит, это истина, это правда. По-другому быть и не может, и не будет. И Он открывает это. Людям только остается или верить в это, или же погибать в неверии. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Речь идет о разрушении храма или о пришествии, да? То есть священники скажут, когда это будет? Когда это будет что? Разрушение храма, и дальше он говорит, какой признак твоего пришествия и кончины века? И дальше Иисус говорит, Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Сразу предостережение идет. Ибо многие придут под именем Моим, будут говорить: я Христос, или я помазанник, как сейчас говорят, я помазанник, или вон Божий помазанник пошел. Мы все помазаны Духом Святым, все верующие в Иисуса Христа. Среди нас нет помазанников. Помазанник только Христос. И всякий, кто называет себя помазанником, называет себя Христом. Понимаете, в чем обольщение? И всякий, кто так себя ведет, тот есть вот этот антихрист, по сути дела. В этом и разница. И сейчас мы видим, особенно в харизматических течениях, в этом движении веры или у речников, это сплошь и рядом. Я помазанник Божий. Люди путают Ветхий и Новый Завет. Все хотят быть помазанниками. Никто не хочет быть рабом Христовым. Все хотят быть помазанниками, царями.
Вот это и есть обольщение последнего времени. Я Христос. Многие придут под именем моим. То есть будут учить правильно, будут говорить, я христианин. Да, следую за Христом. И уводить человека от потихонечку от истин. И многих прельстят, написано. Многих. Поэтому, когда вы видите много толпы людей, не обольщайтесь. Массовость не означает истинность. Запомните это. Массовость как раз может означать, что там медом помазано, понимаете? Что там люди идут не за Христом, а что-то ищут или что-то им там интересно, понимаете? Чем-то их там завлекают, какой-то крючок есть, какая-то наживка какая-то есть, обман. Поэтому не клюйте на массовость. Массовость – это обольщение. Написано, многих прельстят. Это не шутка. А Иисус говорит, узок путь, ведущий в жизнь вечную. Немногие находят их. Если широкий путь, ведущий в погибель, многие им идут, то узок путь. Поэтому не обращайте внимания на массовость. Смотрите на узкий путь. На несколько, может быть, пусть вообще не будет 10 человек, да, или несколько человек, но пусть эти люди будут искренние, пусть эти люди будут действительно посвященные, пусть эти люди будут пребывать в здравом учении, в истине Иисуса Христа. И пусть их будет лучше несколько, и они спасутся, чем массовость, вот эта многотысячная, которая широким путем идет в погибель. Под именем Христа обольщая, понимаете, людей. Поэтому не будьте осторожны здесь. Также услышите о войнах и о военных слухах. Ну, это то, что мы сейчас, в принципе, никогда у нас раньше такого не было, да. Например, Украина жила там сколько, 20 лет нормально, без войн, да, все было нормально. А сейчас вдруг начинаются бомбежки, начинаются проблемы. Начинается терроризм. Я сам вне политики и вне оружия. Я об этом всегда говорю и учу, и писанием это показываю. Но то, что ты видишь по телевизору, в интернете, ты видишь реально то, что происходит. Страдают, как правило, в этих всех политических войнах страдают простой народ. Убиваются дети, убиваются женщины. Понимаете? Это страшно. И эти люди, которые это делают, неважно кто, но эти люди – это цинизм в высшей степени. То есть они ради какой-то территории, ради там, нефти там, или какого-то газа, я не знаю, там, ради, из-за чего там война идет. Они готовы убивать мирное население. Понимаете, какой цинизм? И это мы живем в 21 веке. Казалось бы, пик технологий, разум у человека есть. Представляете? То есть уже давно должен был бы наступить мир по всей земле. Люди должны любить друг друга. Столько знаний. Иди учись, познавай, люби, читай Слово Божье, да? Верь, иди за Богом. Казалось бы, люби людей. Нет, а люди более развращены. И так и написано в Писании, что дальше, к концу времени, люди будут все более серебролюбивы, напыщены, наглы, родителям непокорны, ненавистники, людей будут ненавидеть, убивать. И даже те, кто приходит под именем Иисуса Христа, такое будет делать. И не только, под какой-то религиозной маской. Особенно на религиозной почве много убийств. Вы представляете? Иисус говорит, кто так будет делать, тот не познал ни отца, ни меня. Потому что написано, что даже ненавидящий уже есть человека-убийца. Ненавидящий брата своего – это уже человека-убийца. А что говорить о том, что ты поднял руку, замахнулся? Или ты ударил? Я уже не говорю об убийствах. То, что люди стреляют и убивают друг друга. Это страшно. То, что сейчас происходит, это плохой знак. Это значит, что все идет к концу. Все только более ухудшается. Войны и о военных слухах. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. Иисус говорит, не ужасайтесь. Не ужасайтесь. Это будет происходить, но вы не ужасайтесь. Ибо надлежит всему тому быть. Это все будет. Вы не ужасайтесь. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, народ на народ.
царство на царство. И будут глады, моры и землетрясения по местам. То есть будут болезни и голод, и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Конечно же, катастрофы, войны, все это ведет к болезням. К болезням. Люди болеть начинают, людям нечего пить, людям нечего есть. Людей, ну, что происходит? Люди умирают. Страшное время. Вот Иисус об этом и предупреждал, что так будет. Так что, когда такое происходит, не надо удивляться. То люди пророчествуют ложь, говорят, там, все будет хорошо, будет все только улучшаться. Мы будем процветать, мы будем жить богато, мы будем здоровы. Вот вам слова Иисуса Христа, это полная противоположность. То, что проповедует вам Антихрист, надо различать, где Антихрист, а где Христос говорит. Вот так Антихрист всегда говорит о хорошем. Будьте богаты и здоровы. А Христос вот говорит реальность, то, что будет. И дальше. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. Видите? Это предупреждение для христиан последнего времени. Давайте приготовимся к страшным временам. Они уже начались. И дальше будет только хуже. Эти люди, они ради корости, ради вот этот цинизм, который у них. Я не знаю, кто это делает на самом деле. Но они готовы, потому что у них деньги есть и власть. И они готовы на все. Они хотят больше власти и хотят больше денег. Вы знаете, на войнах кто наживается? Банкиры и продавцы оружия. Потому что продавцы оружия, они дают двум сторонам, они продают оружие. И те наживаются. Ну и банкиры, потому что денежка капает им там на счета. Так что кому-то, может быть, это выгодно, чтобы война была. Вот такие, знаете, локальные войны. Там. Мировую сейчас устроить тяжело, может быть, потому что мир идет к сплочению, да? Типа к мнимому миру во всем мире. Ну а локальные войны пусть будут. То там вспышечка, то там война. И вроде она как идет и никогда не закончится. И все. Людей убивают, а люди продают оружие и получают за это денежку. То есть это политика, мировая политика. Безбожная. Поэтому христиане в этом всем не участвуют. И не отстаивают никакую политическую сторону с двух сторон. Они видят, что происходит. Да, они видят, они не живут зашоренные в подвале. Они видят, что происходит, но они не участвуют в этом зле, которое происходит. Написано, будут предавать вас и будут убивать вас. Это как факт. Этого никто не избежит из верующих, истинно верующих. Не называю тех, которые только прикрываются именем и живут там в роскоши или там говорят о процветании каком-то. Вот вам процветание. Почитайте внимательно Матфея 24 главу. И дальше. Вы будете ненавидимы. Вас будут ненавидеть всеми народами. И дальше. За имя мое. Печально, когда христиане говорят, вот там меня там побили, или там взяли в плен, или там, а за что? А вот поднял флаг. Или там отстаивал национальные интересы. Нет. Это все не то. Тут Иисус говорит, за имя мое. Если тебя взяли за то, что ты проповедовал Христа, истину, Слово Божие, не прикрываясь флагами или национальностью какой-то, или отстаивал какую-то политическую сторону. Если ты христианин, и ты страдаешь за Христа, именно за Христа, не как злодей, как написано. Только бы не пострадал кто из вас, как беззаконник. А как христианин, то не бойся, но благодари Бога за эту участь. Именно за имя мое. Поэтому смотрите, вот сейчас везде, даже в Фейсбуке там или где-то увидишь там
размещают там, его взяли в плен, его там мучили, пытали. А за что? Так вы разберитесь, за что? Потому что он в политику влез. За политику его, понимаете? За то, что он там поднял флаг там, или что-то еще сделал. Это политика. Тебя взяли, тебя реально политические силы между собой разбираются. И ты стал частью политики. Мирской, греховной, безбожной. А если тебя за Христа, если ты к этому не принадлежишь, ты просто проповедуешь Христа, говоришь истину, и тебя взяли, это уже другое дело. Тут и так и написано, вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое, за имя Иисуса Христа. И вот тогда, когда все это начнется, или уже начинается, написано, и тогда соблазнятся многие. Многие перестанут верить, отойдут от Христа, охладеют. Кто-то в политику идет, кто-то вообще скажет, а я не христианин, я там. Вы понимаете, в мире большой обман сейчас. Людей и христиан в том числе соблазняются даже избранные. Что делает антихрист? Он готовит просто плацдарм для своего пришествия. Он сейчас вовлекает многих христиан, даже соблазняет избранных, чтобы они вовлекались в политику, отстаивали какие-то политические национальные интересы. Все, чтобы они окунулись головой в стихии этого мира, и все. Забыли Слово Божие, забыли Христа, или прикрываются Словом Божьим. Сколько было таких случаев, что люди, вон Христа распяли, тоже прикрывались Словом Божьим и Богом. Говорит, мы верующие, мы дети Авраама, семя Авраама. Иисус говорит, я знаю, что вы семя Авраама, однако вы ищете убить меня, вы дети дьявола, Иисус им говорит. Представляете, что происходит? И они тоже подтверждают местом из Писания, все вроде как правильно говорят, и убивают. Или там вовлекаются в политику, в стихии мира этого, смешиваются вот так с этим миром и так далее. И это страшно, эти люди, они будут потеряны навсегда. Это мне просто, я честно скажу, я просто вижу много своих друзей, знакомых, которые туда вовлеклись, и они уже все, они уже, знаете, их как за жабры взяли. Это как уже наживка. И все, они уже не могут никуда уйти. Их все, их уже поймали. В цепи. В рабство. Все, они уже часть этой политической системы. Они там еще что-то пытаются Слово Божие говорить. Что-то пытаются учить кого-то, что-то рассказывать. Но все, они уже часть этой политической системы. Поэтому будьте очень осторожны. Ведь сейчас идет соблазнение, обман великий по всему миру. И соблазняются даже избранные. И тогда соблазнятся многие, многие, подчеркните себе это слово, многие, не некоторые, там вся, многие соблазнятся, так о ком говорится, о верующих, потому что начнут гнать, и уже сейчас соблазнились, еще никто ничего не начал, а они уже соблазнились, они уже перешли на сторону врага, потому что начнут предавать на мучения, убивать. Придет ненависть по всему миру на тебя и на меня. Конечно, люди начнут взвешивать. А у меня семья, а у меня работа, а у меня это, а у меня то. Начнут оправдываться вот такими делами, понимаете? И тогда соблазнятся многие. Многие скажут, так овчинка выделки не стоит. Зачем мне страдать за Христа? Я лучше буду мирно себе тихо жить, процветать. Буду жить в безопасности, в мире. И тогда меня никто не будет трогать. Вот и все. Приму образ этого мира. Стану на сторону врага. Все. Тебя, конечно, дьявол потом трогать не будет. Скажет, хорошо. И переключится на тех, кто действительно искренне верит и идут за Христом. Вот это время, оно наступает потихоньку. Что будьте готовы. И дальше будут друг друга предавать. Кто будет предавать друг друга? Верующие будут предавать, в кавычках. Только будут гнать, рожденные по плоти будут гнать рожденных по духу. Хотя те, кто рожденные по плоти, первые будут кричать, что я верующий. И будут предавать друг друга, написано. Вот это оно будет. И возненавидят друг друга. Вы помните, да, что такое ненависть? Ненависть – это человекоубийство. Любого человека, которого вы ненавидите, верующий, неважно. Это все равно, что ты взял нож и ударил его в спину. Это убийство.
Всякий, написано, ненавидящий пребывает в смерти. И не познал Бога. Поэтому, если у тебя есть еще семена ненависти, покайся, остановись. Остановись. Даже если у тебя справедливая, справедливый гнев и ненависть человеку, говорится в кавычках, справедливый. Вот он столько зла сделал, вот я ему там еще. Написано, не мстите за себя, возлюбленный. Дайте место гневу Божьему. Не мстите за себя ни в коем случае. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или как блудник какой-то, как написано. Вы понимаете? Очень осторожно надо быть в этом последнем времени. А если как христианин, то прославляй Бога за такую участь. Это честь для тебя и меня. Если как христианин ты страдаешь за правду, за истину, за Христа, а не за политику. И возненавидят друг друга. И многие, опять же, многие лжепророки восстанут. И прельстят, опять подчеркните, многих. Многие лжепророки, многие прельстят сколько? Некоторых? Многих. Спроси себя, ты не в их числе случайно? Ты в числе многих? Или ты в числе избранных? Единицы. Как Иисус говорит, не бойся малое стадо. Ибо Отец благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши. Приготовляйте себе сокровища на небесах. Где моли ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Вкладывайте всю свою жизнь в вечные ценности. Потому что написано, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому ты же заготовил? Кому ты заготовил то, что ты заготовил? Ты думаешь, что ты еще проживешь 30, 50, 60 лет? В эту же ночь душу твою возьмут у тебя. И все, конец. Подведена черта твоей жизни. Бог говорит, ты безумный. Поэтому многие, это не шутка. Спроси себя, ты в числе многих или в числе избранных? Единиц, узок путь, малое стадо. Как я и говорил, лучше пребывать в истине при 2-3 человеках собираться, которые искренне верят в Бога, чем... Я сейчас не говорю даже о деноминационной принадлежности, потому что люди везде, лицемеры, понимаете? Лицемеры везде. И не то, что там пассивные, активные лицемеры. Они еще защищаются, они еще именем Божьим на устах, и они еще ненавидят и убивают людей. И еще смешиваются с властями мира сего. Они есть везде, и в православии, и в католицизме, и в протестантизме. Не обольщайтесь, они везде. И избранные есть везде. Единственное, что избранным нужно увидеть и понять, что это блудница, с которой нужно выйти, пока ты не погиб вместе с ними. Вместе с ними, потому что они в блуд вошли. Они в блуд вошли, понимаете? С миром этим. Духовный блуд. Вот это страшно. Потому что когда происходит скрещивание в политике и церкви, это страшно происходит. Это инквизиция начинается. И прельстят многих, подчеркните, и по причине умножения беззакония, умножение, умножайте на 2, умножайте на 2, умножайте на 2. Больше, 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 больше. Беззакония будет больше. Не меньше, а больше. Во многих охладеет любовь. Из-за того, что будет много зла на земле, многие будут, то есть это как факт, многие будут не способны даже любить по-настоящему. А любовь это что? Когда ты отдаешь жизнь свою. Это пик любви Божьей, когда ты отдаешь жизнь свою ради спасения грешника. Или праведника, или грешника. Иисус отдал жизнь за грешников. И мы призваны отдавать жизнь за грешников. Как, например, первый мученик Стефан. Его побивали камнями, говорит, прости их, Господи, не вмени им греха сего. Вот вам пример. Молиться о прощении. Потому что ты-то спасен, а эти люди идут куда? В ад.
поэтому ты отдаешь жизнь ради них, ты молишься об их спасении. Кто бы этот человек ни был, каким бы преступником, ты искренне желаешь ему добра, ты искренне желаешь ему покаяния и спасения во Христе. А вот дальше что написано? Кто все это претерпит же до конца, тот спасется. Претерпевший, терпеть нужно. Терпеть. Не воевать, не защищать, как сейчас многие говорят. Если сейчас ко мне придут, я возьму оружие, буду защищаться. Терпеть. Что такое терпение? Я когда-то говорил, что терпи. Когда у тебя что-то болит сильно, ты терпишь. 14 стих. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной. То есть последний признак того, что везде будет проповедано. Ну, мы видим средства массовой информации, телекоммуникации, телевидение, интернет. Сейчас уже везде, сейчас уже нет такой точки, где бы не слышали бы весть о Христе. Может, где-то еще в каких-то племенах, на каких-то островах, я не знаю. Но многие уже слышали. Поэтому мы подходим к пику, мы подходим к концу. Когда проповедано все Евангелие по всей вселенной. Ты сейчас можешь дома сидеть, записывать видео, выкинуть это видео в интернет или в сеть. И кто-то на другом конце света увидит твое послание и покается. Ты даже можешь об этом не знать, сколько людей пришли к Богу через проповедь Слова Божьего. Ты даже можешь об этом не знать. Или сколько ожесточились, например. Ты можешь даже об этом не знать. Но каждый человек делает выбор. И проповедь Евангелия, она по всему миру расширяется все больше и больше. Это один из признаков конца. Я говорил не случайно об объединении мира и о средствах массовой информации, о телекоммуникациях, о интернете и телевидении. Это признак конца. То, что Евангелие сейчас можно услышать, сидя дома. Главное, чтобы у тебя интернет был. Когда интернет всем протянут уже, даже в далекие точки мира, вот это все, уже конец. По свидетельству всем народам, и тогда придет конец. Все, это слова Иисуса. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Многие спорят об этом, что такое мерзость запустения. Об этом много можно говорить, но это один из точных признаков конца, мерзость запустения. Что это такое? Я не знаю, написано «стоящее на святом месте». Тоже мы не знаем. Мы можем много говорить на этот счет, изучать, еще почитать греческий, много размышлять. Если у вас будут какие-то идеи по этому поводу, можете писать ниже в комментарии, что вы думаете по поводу мерзости запустения. Я просто не хочу много говорить по этому поводу, потому что есть там несколько толкований, и каждый из них как бы начинает обосновывать Писание. Я не хочу об этом сейчас говорить, что это будет. Я просто говорю как об общих признаках. Это конкретный признак, мерзость запустения. Это еще пророк Даниил об этом говорил. Если у кого-то и будут какие-то мысли, пишите. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Как только вы это увидите, бегите в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. То есть вот, это настигло, это пришло, все, время убегать. Все, это конец. Это великая скорбь. Это все, вот сейчас уже будет конец. Горе же беременным и питающимся сами в те дни. То есть нельзя избежать. Будут женщины, будут грудные дети. И это в это страшное время это будет. И это горе таким людям, Иисус говорит. Ибо тогда будет великая скорбь. Великая скорбь. Вот в это время, когда все это будет происходить. Какой не было от начала мира до ныне и не будет. Что это будет, я себе даже представить не могу. Это будет очень печальные, страшные времена. Вот то, наверное, то, что Иисус и описывал. Это будет предавать, убивать, беззаконие, будут зло. То есть цинизм. Понимаете? Человеческая жизнь будет ничего не стоить. Великая скорбь. И люди будут страдать, люди будут голодать, умирать от болезней. И вот это все вместе в перемешку, вот этот конгломерат такой вот будет, понимаете? И вот это и есть, это будет пик этих страшных времен. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Бог сокращает эти дни. Потому что если Бог бы позволил это до неопределенного срока, то когда начнется великая скорбь, никто не спасется. Люди друг друга просто поубивают, посъедают друг друга, вы понимаете? И все, все погибнут. Но Бог дал границы.
вот этой великой скорби. 3,5 года, как говорят, и 42 месяца, или 1260 дней. Вот будут границы, когда Бог остановит все. Ради избранных все это происходит. Он остановит безумие людей, антихриста, человека греха. Вот сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. То есть, если даже вы видите знамения, чудеса, это еще не признак, то, что Христос действует в этом человеке. Понимаете, в чем обольщение будет? Вы посмотрите на его жизнь, на его дела, на его, что он говорит, как он проповедует, к чему устремляется. Действительно ли Христос проявляется в нем? Потому что великие знамения и чудеса – это не признак Христа. Так что будьте осторожны. Лжехристы и лжепророки будут это делать. Дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, опять же, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам, так что надо быть готовым. Вам сказали, вас предупредили, вы потом не скажете, а я не знал. Все ты знал. Вот Слово Божие, будь готов. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Будут говорить, там Христос, тут как кто-то говорит, Христос уже пришел, духовно. Он уже пришел, вот его пришествие второе уже состоялось. Нет. Там Христос, здесь Христос, понимаете, вот такое вот начнется. Пойдем туда на собрание, там Христос проявляется, понимаете? Нет, его там нет, не верьте, не выходите. Если скажут, там Христос в пустыне, идем, посмотрим, там приехал какой-то там Иванов Иван Иванович, целитель. Не выходите, Иисус говорит, сиди дома, не иди к нему, потому что это антихрист. Вот он в потаенных комнатах, вот он где-то собирает тайные какие-то встречи, какое-то тайное знание, там исцеление происходит, чудеса, знамения. Это что же говорят вот сейчас верующие в кавычках, антихристы? Это все не то. Не верьте, написано. Не выходите, когда такое будет, и не верьте. Кому это говорится? Христианам, истинно верующим. А вот как, каким будет пришествие Христа? Ибо как молния исходит от востока и видна будет даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо, другими словами, это все узнают. Об этом событии, о втором пришествии Христа, все увидят и узнают. Каждый человек. И узрит его всякое око. Все увидят и узнают. Это не будет тайным пришествием. Второе пришествие Христа будет повсеместно по всему миру. Как молния. Все люди, никто не будет, не останется. Скажут, а что, уже Христос пришел? Я не видел, я не заметил. Такого не будет. Люди все на земле это увидят и узнают. И верующие, и неверующие. Ибо где труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней этих, скорбь заканчивается, Господь останавливает это действие, солнце померкнет, и луна не даст света своего. Солнце и луна не будут светить, будет затмение. Или что-то, какие-то аномалии будут. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. И тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою, славою великою.
и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, соберут избранных его четырех ветров до края, от края небес до края их. Многие говорят, когда будет восхищение? Это отдельная тема, конечно, но уже по ходу скажу. Я когда-то изучал и пришел к выводу, что восхищение, второе пришествие Христа, это практически одно и то же событие. И то, что там спорят до скорби, во время скорби, после скорби, это одно и то же событие. Вот Иисус Христос идет, вот восхищение. И вот Он идет, вот Он приходит. Понимаете? То есть это будет одновременно. Христос идет, восхищение происходит, и Христос приходит. Там технически, как это будет, я вам не расскажу, потому что я не знаю. Но то, что Христос, при Его пришествии и восхищении, это будет одно и то же событие. Так что не волнуйтесь, те, кто останется жить на этой земле, все христиане будут переживать великую скорбь. Все. Так что не обманывайтесь. Не готовьте людей. Вот Господь меня заберет до скорби. Не обольщайте верующих. Все будут переживать великую скорбь. И во время скорби люди будут спасаться. И после скорби придет Господь и заберет. И придет, и второе пришествие произойдет. Дальше. И пошлет ангелов своих. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. То есть есть признаки. Когда вы это все увидите, уже близко, уже все. Вот мы видим, да, скоро лето. Вот мы видим события, которые происходят. Войны там, то, что мы сейчас перечислили. Значит, близко при дверях. Вот уже шаги. Уже идет. Уже Христос идет. Все. Вот Он уже подходит. Уже шаги Его слышны. Близко при дверях. Все. Будь готов отворить дверь Господу своему, когда Он постучит. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Опять же, не хочу говорить много на этот счет. Не пройдет род сей, некоторые толкуют, как не пройдет это поколение. Некоторые толкуют это, как не пройдет род сей, имеется в виду человечество, ну, не закончится, не придет конец, пока все это не исполнится. То есть там много толкований, я тоже не хочу фантазировать на этот счет. Я скажу только одно, что это будет во время того, как люди будут жить на земле. Вот и все. Небо и земля придут, но слова мои не пройдут. О дне же том и часе никто не знает, не фантазируйте, с датами не манипулируйте, ничего не говорите, потому что это все напрасная трата времени. Не манипулируйте с датами. Потому что написано, никто не знает, ни ангел небесный, а только Отец мой один. Вот и все. Когда-то ученики спросили Иисуса, не в это ли время восстанавливаешь ты царство Израилю? Иисус говорит, не ваше время знать времена и сроки. Не ваше дело знать времена и сроки, вдаваться в эти все числа, даты, пришествия, восстановление царства. Это все не ваше дело, которое Отец положил в своей власти. Понимаете? Не ваше дело знать это. Ваше дело вот знать признаки конца. И все, и быть готовым. Вот это ваше. Знать и быть готовым. Все. А все остальное – это манипуляции чистой воды. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. То есть, другими словами, несмотря на все эти катаклизмы, которые будут происходить, войны, одновременно вместе с этим люди будут жить обычной жизнью. Вы не думайте, что что-то будет происходить такое прямо сверхъестественное. Может, к концу, перед пришествием уже это будет, но люди будут жить обычной жизнью, никто не будет задумываться, а что уже конец. То есть люди будут жить обычной жизнью. Никто не будет даже думать о том, что уже конец, с одной стороны. А с другой стороны будут признаки конца. Как написано, мудрый уразумеет, никто из нечестивых не поймет. А мудрые уразумеют, Даниил пишет. Поэтому это очень серьезно. Не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Один берется, а другой оставляется.
И так бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. То есть, видите, Сына Человеческого написано, так будет и пришествие Сына Человеческого. И дальше написано, тогда будет. То есть, пришествие Сына Человеческого, как я и говорил, и восхищение, это практически один и тот же процесс. Его нельзя разделять, он один, по сути дела. И так бодрствуйте. Вот что нам Господь говорит, бодрствуйте. Потому что не знаете... Не пытайтесь вычислить, вы не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы, не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, давать, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что он над всем имением своим поставит его, то есть он примет его в свои объятия. Если же раб, то, будучи зол в сердце своем, скажет, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, как мне один пишет, тоже верующий. Ну, он так себя называет, что он верующий. Говорит, а чего, я могу и ударить, а чего, я могу и стрельнуть, а чего, я могу и дать отпор, если надо. Понимаете? То есть вот, это каким духом это говорится? Это дух Антихриста. Дух Христа никогда такое не будет говорить. Вы видели, чтобы Христос когда-то такое говорил? А чего, я могу и ударить? Вы видели такое, чтобы Христос такое говорил? Или вы видели такое, что Христос говорил? А чего, я могу взять оружие и стрельнуть? Вот вам и лакмусовая бумажка. Кто Христов, а кто Антихристов? Поэтому вот развлечение идет. Смотрите на Христа, на его жизнь, на его слова. И смотрите на того, с кем вы переписываетесь, или с кем вы общаетесь. Бог нам открыл. У нас ум Христов. Мы видим это. Мы видим этих людей, которые, как написано, они были с нами, но вышли от нас. Потому и видно, что не все наши. Как мы их видим? Потому что они вышли. А каким образом они вышли от нас? Потому что их мышление испорчено. Антихристом уже поработал. Вот вам и много антихристов появилось в этом мире, как писал Иоанн. Что написано? Если раб твой тот, будучи зол, если даже ты уже злишься, злость это уже все, это уже начало падения твоего, начало конца. И скажет, и начнет бить товарищей своих, бить, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба твоего в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Вот так вот. Если у тебя только на словах, и ты пытаешься еще прикрываться Христом, Писанием, а твои слова расходятся с жизнью Иисуса Христа, то есть проверь себя, не лицемер ли ты, и не будешь ли ты подвергнут одной участи с лицемерами. Что там будет? Там будет плач и скрежет зубов. Пойдешь в ад, в озеро Огненное, место вечных мучений, называющий себя христианином. И это еще большее осуждение человек получит. Если бы он даже хотя бы не прикрывался Христом, а если он прикрывается Христом и делает гнусные дела злые, твоя участь с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Вот такое послание я хотел сказать. Прежде всего, нам нужно понимать, что нас Господь, мы не знаем время, да, но нас Господь предостерегает. Он показывает нам признаки конца, и Он говорит нам о том, что нам нужно бодрствовать. Мы видим эти признаки, это значит, что уже близко при дверях, Христос уже подходит. И мы должны бодрствовать, особенно сейчас, в это время, когда ты не знаешь, когда придет Господин. А в это нестабильное время по всему миру. Поэтому, несмотря на то, что нам предстоит пережить, будь то болезнь или голод, что может нас отлучить от любви Христовой, написано? Скорбь, теснота, гонение, смерть. Мы знаем, что ни власть, ни сила, ни ангелы, ни начало. Никто нас не может отлучить от любви Божьей. Что бы ты ни переживал, будь верен до смерти, написано, и получишь венец жизни. Будь то смертельная болезнь, будь то скорбь, гонение за Христа,
или даже смерть. Иисус говорит, не бойтесь убивающих тело. Пусть Господь пребудет с вами, даст вам силы все претерпеть и спастись. Чего я себе желаю.